Россия будет расширять географию поставок своих вооружений и развивать взаимодействие в этой сфере как с традиционными союзниками, так и за счет новых стран-партнеров. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с другими государствами. Россия, как было заявлено, стабильно является одним из двух крупнейших в мире, наряду с США, поставщиков оружия. Отечественная военная техника зарекомендовала себя как надежная и эффективная. России принадлежат 27%, почти треть мирового рынка вооружения, а портфель экспортных заказов превышает 50 миллиардов долларов. Но, как сказал Владимир Путин, нужно двигаться вперед, ставить более высокую планку, создавать новое поколение техники и готовить достойную смену специалистов. Осваивать новые рынки, отметил президент, приходится в условиях давления со стороны конкурентов. Работать приходится, конечно, в сложной обстановке. Мы все чаще сталкиваемся с попытками прямого противодействия. Порой эти попытки выходят за рамки конкурентной борьбы и носят откровенно агрессивный характер. А может быть, и политические инструменты используются на самом деле как завуалированные средства конкурентной борьбы. Перед нашими глазами пример наших соседей Украины, где разрыв давних кооперационных связей с Россией, жизненно важных для украинских оборонных предприятий, поставил многие из них на грань банкротства, вынудил сокращать квалифицированный персонал. Мы же будем, конечно, развивать военно-технические связи со всеми своими союзниками и стратегическими партнерами, последовательно реализовывать программы импортозамещения в оборонной промышленности, осваивать новые рынки.